Кто это? Клэр. Леон. Ты тоже здесь? Ага, все здание рушится. Послушай, тебе надо выбираться. Быстро. Да, отсюда есть выход. У нас получится. Ты где сейчас? Клэр, ты еще там? Леон? Леон, связь прерывается. Забудь обо мне. Уходи отсюда. Вот, блин. Давай-ка, погнали. Хорош булки мять. Красавчик. Погнали. Дробь 5 патронов. Грошу начистим. Шоу нахер. Гранат вижу. Отошел гумункул. Нафиг ты должен. Ниже. Так, 2 дроби. 2 откинуть. Ох ты ж ежик. Да вообще fucking joke. Лег. Надо идти. Ого. Какого дядьки здорового? Вот это как он еще стал. Совместился с тем, или у него что-то выросло. Ну давай. А вот это уже да. По жопе-то бить зачем? Так близко знаком. Ну-ка. Да, по-моему. Чепушня твоя требует. Знатный поджопник. Гордишься собой? В этом случае он освободил это пространство для квадратных бегов. А ты брось мне это дело. Оу, е. Что там? О-о-о. Теперь мы квиты. Это ада, просто втащил. Хо-хо-хо. Ну, это тоже покрасивее будет. Выпрыгнули на нижний уровень. Через 4 минуты там будет шмяка всякая. Ребята, освободите выход. Where did my life go? I look in
доклада. Что получилось? Хорошо заработал, отлично. Клэр, что? Леон? Леон, ты тоже здесь? Ага. Все здание рушится. Слушай, тебе надо выбираться быстро. Знаю, я нашла выход. Думаю, у нас все получится. Леон! 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 Ты куда поехал? А, вся платформа. И вот эта штука какая-то пришла. Ой-ой. Почему ты не это? Успокоишься? Ведро тебе на ногу. Да, ёжики, Клэр. А ну-ка поднимайся давай. Тот еще ублюдок. Вот сейчас бы он не приложил бы. Давай. Чавка. Ребрышки. Клэр! Все хорошо, с тобой. Уходим отсюда. Не думал, что буду по ней скучать. Леон? Леон? You made it. У нас получилось. Я же говорила. Who's this? Кто это? Это Шерри. Понятно. Господи. Что это было? Не знаю. Пойду посмотрю. Ты позаботься о Шерри. Видимо, стычка будет, да? Еще обдарю. А ну-ка. Заковырял уже. Ну давай, еще патроны есть пока что. Еще пятерочка. Ура!
Фу, какой ты некрасивый. Давай гранату ему кинем. Да, ешь гранату. Леон! Нужно оторваться от этого вагона, нужно. Леон, давай мне руку. Зуб постоянно сгорел там. Да его нафиг. Ребята успешно оторвались от вагона. Так вы, ребята, типа, встречаетесь? No. Нет, мы просто... На самом деле мы встретились прошлой ночью. Yeah. Да, хотя круто было первое свидание. Yeah. Да, да уж точно. Смотри, может быть, он нас подвезет? А что если за городом творится хрень? Увидим. Что ж, он был вполне дружелюбен. There's two sides to every story. The defeat.